Всех приветствую на своем канале. Хочу вам показать свои орхидеи, как они 2 недели прожили без моего участия. Я уезжала в Карпаты, как только приехала, сразу вернулась к своим орхидеям. Нужно посмотреть, как они пережили это время. Вот эта орхидейка цветет. Продолжает цвести. Опали от нее цветочки, но это, видимо, кто-то ей помог, оторвал. Такой цветочек отпасть не мог. А сухие, ну, конечно, сухие. С корнями все в порядке. Как я оставила своих любимцев на 2 недели, сейчас я вам все расскажу и покажу. У меня такие двойные горшки с фитилем. Я налила полностью воды, вот нижнюю часть, чтобы покрыла на палец керамзит. Я сажаю в керамзит, и мне это нравится. Моим орхидейкам тоже нравится. Корешочки хорошо растут, все замечательно. И вот в каждом горшке, вот в этом, вода исчезла практически. Видите, есть еще чуть-чуть. Вся. Но растения полностью живые. Листик продолжает расти, вот и этот, и здесь, и вот маленький. Я жду все, когда эти варигатные зацветут. Мне интересно показать вам, как они цветут. Смотрите, какая красивая варигатность у этой орхидейки. Почти пополам, видите? Это немного дало варигатность, ободочки только, а здесь большая часть белой. Эту орхидейку я просто поставила в такой пластиковый стаканчик и на дно налила воды. Видите, она тоже пережила хорошо. Она растет в мхе. Я ее не пересаживала. Цветет, не опал ни один цветочек. Сейчас посмотрим дальше. Желтая расцвела вся, а желтую я оставила, такая колбочка, керамзит, полностью вода в керамзите, и вот корешочки, видите, какие зеленые. Она краешком горшка набиралась влаги, и все у нее в порядке. Вот вам результат, как она расцвела красиво. Замечательное растение. Дальше у меня здесь стоит дикий кот. Он сбросил был цветочки и пустил новые веточки цветочные. Вот один цветок расцвел, пока меня не было. Вот набрался бутончиков. Здесь бутончики. Тоже я его оставила в двойном горшке. Сегодня буду поливать, видите, серебристые корни. И на дно наливала воды. И он спокойно выжил. Поливать некому было. Влага еще осталась. Но корни уже светленькие, уже пора поливать. Ну, еще бы немножко выдержал, если бы меня не было. Сейчас перейдем к реанимашкам. Это тоже интересно. Надо же всех просмотреть. Смотрите. Орхидейка. Я наливала в стакан сюда воды. Вода исчезла. Мох сухой. Ну, орхидейка цветочки не сбросила. Дальше. Вот эта орхидейка. У этой корешки все в порядке. Это в водичке стоит. Ну, с препаратом HB101. Один листочек отсушила. Так она была без присмотра. Что-то красные корни на конце какие-то. Может, пигментация, скорее всего. От цвета растения зависит. Этих все в порядке. Вот эту полить нужно срочно. Следующее. Здесь в горшочке водичка на дне. И корни, видите, растущие, раскуклившиеся зеленые. Эти листики были поврежденные, они отойдут, но они не пожелтели. С
корнями все в порядке, новый листочек растет. Эта малышка что? А эта малышка засушила один листик. Корни исчезли, были зачатки. Не фиксируется что-то. Ну ничего, будем выращивать с нее растения. Я уже дома, уже буду смотреть, показывать вам, как это все я буду делать. Здесь реанимашечки. Как вы себя тут чувствуете без меня? Это, который был один, шейка только длинная была, без корней. Видите, как нарастила корневую? Листик засушила, зато нарастила два листочка. Ой, такие хорошенькие, быстро выросли. Вот этот я сниму листочек, он уже не нужен. И будет так продолжать расти. Это у меня восковая орхидейка ампельная. Я вам ее показывала, что это у нее такое. Немножко листочек привял. Ну, средний вот и молоденький растет. Наверное, отсушит. Корешочки у нее красивые, в разные стороны. Также она была в препарате HB101. Вот эту вам покажу. Вот это была реанимашка, которую я последнюю взяла. У нее оставался один корешочек. И я ее оставила без присмотра, и у нее, видите, отек. Будем ее спасать. Как спасать, я вам покажу в следующем видео. Но тут нужна дополнительное внимание к этой орхидейке. А сейчас я вам покажу свою прекрасную пультериму, как она выжила. Посмотрите, сколько она корнюшек пустила. Очень много. В керамзите ей очень нравится расти. Также я их оставила на фитиле и двойной горшочек. И смотрите, все у нее в порядке. Растущие корни. 2 недели меня не было. Никто не поливал. Листики запылились. Ну, конечно же, запылились. Смотрите, сколько пыли. Но это все вытрем. Это цветочек, который вырос с одного листочка. Я вам показывала. Видите тоже, какие корни растут? Замечательно растет. С одного листочка тоже вырасти возможно растение. Вот, допустим, вот это растение считается уже с одного листочка, так как этот уже отжил. И есть вот этот стволик. Вот это все обрежется, и будем с вами выращивать вот это растение, чтобы оно выжило и пустило новый листочек. Я вам покажу, как это делается. А сегодня покажу вам пульчерима, как зацвела. Я уезжала, открылся один цветочек. Посмотрите, какое прекрасное растение. Смотрите, я ее так люблю. Она мне очень нравится. Она аж сахарная какая-то. Ободочек обалденный. И она вот пускает и пускает, продолжает. 3 цветочка. Когда я уезжала, один чуть-чуть открылся. А сейчас аж 3. Смотрите, какой красивый цветок. Он небольшой, 5 сантиметров. Но замечательный цвет. На нем все цвета. И растение прекрасно себя чувствует. Переходим к следующему. Попугайчик. Попугайчик распустил бутончики. Некоторые, конечно, вот засушил. Там еще 2 штучки я выбросила. Но он выжил. Смотрите, корневая в хорошем состоянии. Я его поставила просто в двойной горшок, я не пересаживала. И налила на 2 пальца воды. И оставила в таком состоянии. И с ним все хорошо. Цветочки цветут. Чармер. Чармер продолжает цвести. Он эти 2 цветочка уже так давно держит.
новое еще не нарастил нигде, вот начал вот пускать. Но эти два цветочка уже с Нового года держатся. Цветет, и плотные такие. Долго на нем цветы держатся. Корневая у него хорошая. Я вынула с горшка, вытрусила все, что было, поставила в кашпо и засыпала керамзитом. Смотрите, как ему нравится. Поливаю по краю горшка, на дне немножко, чтобы была вода. Так, беглип розовый. Беглип меня цветочками не радует, но корневая и листья у него мощные. А если корневая хорошая, то и цветы в скором будущем появятся. Это наша реанимашка, это далматинец, вот цветочек остался. В прошлый раз я вам снимала видео, сейчас покажу, как он себя чувствует. Цветочек сбросил, но цветонос крепкий. Пустил новый лист. Корней не видно, там был маленький корешок. А, вот есть растущий корешок, видите? Раскупившийся. На фитиле я его посадила. И тоже хорошо, прекрасно себя чувствует. И покажу свой любимчик башмачок. У меня здесь три сорта в одном горшочке. И смотрите, как они хорошо себя чувствуют. На лето я их вынесу на улицу, под дерево, на свежий воздух. А так у них все хорошо. Вот этот я замученный купила. Такой длинный-длинный. Корень где-то в конце. Я его так наискосок посадила. И жду, пока нету ничего результата. Мне нужно, чтобы он молодые пустил, так как со старых он не цветет. Но это, видимо, тоже не старая. Она не цвевшая была. Посмотрим. Вот у меня еще какой красавчик. Полосатик. Это светлая полосочка, видите? А это темная рябушечка такая. Ну, этот мой называется вот этот. Вот как. О. Чиара. Не знаю, что за сорт. Посмотрим. Зацветет, покажу. А этот Мауди я купила. Точно, этот Мауди. Лист красивый. Тоже они хорошо 2 недели были без меня. А этот, который цвел, я вам показывала видео. Смотрите, сколько пустил новых резеточек. Одна вот крупная. С этой уже будет цвести. С этой будет цвести. Он хорошо разрастается. Вот эти башмачки, ну, они лучше растут, чем фаленопсисы. И цветут так обалденно. У кого был башмачок, потом не отказываются от него. Тоже в двойной горшочек посадила. Это я добавила уже водички. Фитиль. Внизу полностью была вода. И на 2 пальца выше, чтобы керамзит покрыл. Он посажен у меня в керамзит. Там смешанный кора сверху. Вот видите. Там смешанная посадка. Я потом в следующих видео расскажу, кому интересно. И как я его куда посадила. И в каком составе земли. Он у меня растет. Но он прекрасно себя чувствует, ему все нравится. В таких условиях, как я их оставила в двойных горшочках, они неплохо пережили эти 2 недели, пока я отдыхала в Карпатах. Они отдохнули от меня. А теперь они обязаны цвести и любовать хозяйку своими прекрасными цветочками. И еще вам покажу Леодора. Очень пыльная, я ее помою, но она выпустила цветоносик новый. Старый цветоносик продолжает вот расти, корешочки немножко старые отходят, но новый цветоносик пошел в рост. Это уже радует, значит, она скоро зацветет. А корни? Корни у нее там есть. Я тоже ее буду пересаживать, так как грунт уже плохой. Будем пересадку снимать на видео. Все, на этом буду заканчивать вам видео. То получится очень длинное, сколько можно говорить.
В следующий раз расскажу что-то новенькое. И будем спасать моих реанимашек. Кому интересно, оставайтесь на моем канале. Я вам все буду подробно показывать и рассказывать. Всем удачи, всем пока!